Итак, друзья, мы продолжаем, продолжается эфир бизнес-канала на Финам-ФМ и вторая его часть, как вы прекрасно знаете, называется бизнес-класс. Мы встречаемся с бизнесменами российскими успешными, как правило, бизнесменами и слушаем о их нелегкой жизни. Интересная тема сегодняшнего эфира, интересная мне, интересная, безусловно, моим гостям и, уверен, большинству наших слушателей. Мы будем говорить сегодня о социальных сетях как инструменте маркетинга. Эта тема уже звучала в этой эфире некоторое время назад, но ну, вот я тут за эфиром а, пообщался с гостями, видимо, несколько иная точка зрения. Это всегда любопытно. Давайте я познакомлю вас с гостями. Сегодня в студии Антон Смирнов, сооснователь High Conversion. Антон, добрый день. Здравствуйте. А, в студии Михаил Козлов, руководитель службы развития продукта Target Mail.ru. Михаил, добрый день. Добрый день. И в студии Сергей Меньшков, бренд-менеджер социальной сети Одноклассники. Сергей? Всем доброго дня. Добрый день. Uh, уважаемые слушатели, напомню для вас, телефон студии 65 10 99 и 6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Uh, звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями, в общем, общайтесь с моими гостями, есть, благо, такая возможность. Ну и мостик, 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 мостик. Мы только что в сухом остатке обсуждали достаточно животрепещу, вам как бизнесменам наверняка тоже, актуальную тему. Рубль-то вон что, Рубль-то активно снижается, сегодня уже да. 34 и ниже стоит, да, или и больше стоит 1 доллар США? Вы это как как-то на своей извините за сленг, на своей, на своей шкуре бизнес-шкуре вы это как-то чувствуете, нет? Сереж? А, нет. Для нас, наверное, это задача проблем не, не самая актуальная, а, но все равно косвенно, конечно, ощущается. Ага. Вот как, в принципе, вы как бизнесмены и как обычные россияне, вы как к этому относитесь? А, Миш, как ты думаешь, это плохо или хорошо? Для российской экономики, ну и конкретно Но... для, для твоего кармана. Честно говоря, так как мы работаем скорее в сфере услуг, uh -huh. и мы ничего не экспортируем за границу и практически ничего не импортируем, не основные наши затраты это зарплаты наших сотрудников uh -huh. и аренда офиса, наверное. И все это рублевое, и, и плюс, да? Ну и плюс аренда там дата-центров каких-то. Uh -huh. Вот, естественно, мы покупаем компьютеры, и для нас это будет несколько дороже. Дороже, на да. На рубли. Что компьютер за рубежом все а, ну, Основные наши доходы, они идут от рекламодателей, uh -huh. если говорить про mail.ru и довольно большая часть, конечно, мы получаем от платежей от пользователей в играх и в одноклассниках. Если говорить о двух ну, частях, которые мы получаем от пользователей платежи в играх и там за какие-то подарки uh -huh. и дополнительные сервисы в одноклассниках, то тут, я думаю, риск не очень большой, потому что ну, люди, скорее всего, смогут заплатить там на 10-20% угу. больше. А, кстати, принято, в, мы говорим о социальных сетях, как-то услугу, э, в, ну, раньше это называлось в условных единицах, да, фиксировать, а сейчас, может быть, в долларах, или все идет в рублях у вас там? Как правило, в социальных сетях используются либо рубли, но чаще используются некоторые внутренние валюты, угу. аналогичные рублю. Если говорить про одноклассники, то наша внутренняя валюта называется ОК. Оки, угу. которые равны условно одному рублю. Угу. Немного колебаний зависит от того, какими способами попали, пополняется эта валюта. А кстати, не а... будет меняться курс ока в зависимости от того, что происходит на валютном рынке. Нет, больше он, скорее всего, будет зависеть от политики операторов сотовых сетей и других способов, с помощью которых можно завести деньги на внутренний счет. Я понял. Ну хорошо, ситуацию мы обсудили и с вами. Давайте вернемся к нашей теме социальные сети как инструмент маркетинга. Ну Антону давим первое слово. Расскажи, пожалуйста, как это... Как мы оказались в этой студии? Ну или... давай так, давай отсюда начнем. 9 января я смотрел выпуск программы на Финам-ФМ, угу. и там трое уважаемые четверо глубоко уважаемые мной людей говорили ну они знакомые и, да, естественно кто-то даже друзья О. А, говорили в, в целом об онлайн-маркетинге и задели тему эффективности социальных сетей как маркетингового канала и канала для продаж угу. а, по нашему мнению и в том числе с коллегами по цеху ряд высказываний были субъективны и uh -huh. необъективны. мы подумали что финам фм все-таки площадка на которой э, ценится экспертное мнение uh -huh. поэтому для полноты сюжета и картины было бы интересно и Согласен. другую Согласен. ну как минимум и, иное мнение иное тоже будет должны... учесть, да. да вот и сейчас мы здесь здорово ну и давай теперь по поводу да то есть твоя точка зрения ну она отличается от, от твоих коллег которые в январе были да точнее в прошлом году были как да. она выглядит? Мы считаем, что социальные сети это прекрасный канал для коммуникации с человеком. Он может закрывать несколько маркетинговых задач, в том числе в нашем случае достаточно ярко и функцию канал для продаж. Uh -huh. ну, коллеги, которые у нас из одноклассников с Target Mail, также подтвердят еще, что ну, расскажут дополнительно о других задачах маркетинговых, которые тоже прекрасно социальными сетями закрываются. Uh -huh. Могу более подробно об этом сказать, да, что у нас да. получается. У нас, ну, вкратце о том, что, что мы. Я не знаю, тут это не рекламный момент, просто обозначение. Нет, конечно, для, чем мы занимаемся? Для конечно, зрителя. Это да, вот про социальные сети там четыре момента, которые меня и нашу команду заинтересовали в них. Первое, в социальных сетях там Порядка 80, наверное, процентов активно пользующихся интернетом людей сидит. И у них есть свои аккаунты. Второе. Uh -huh. Они сидят там достаточно долго. То есть это как телевизор, условно, для более старшего поколения социальной сети. Они минимум 30 минут, и это не, там, не считая того, что могут видео смотреть или еще что-то. Uh -huh. Третий момент. Мы можем с помощью специальных Таргетингов это способы, скажем, фильтрации и отделения определенных групп людей из всей массы, там 150-200 миллионов человек, мы можем там таргетироваться на какую-то конкретную группу людей, которые любят, допустим, сноуборд, uh -huh. и показывать, транслировать рекламу только им. То есть по факту самые узкие предложения мы можем транслировать той группе людей, которая может нас. Подождите, а она, насколько я помню, да. там уже собрана в группу в некую, или они разрознены, просто вы по интересам там то образов выбираете и говорите, ребят. Интересно, можно собирать разными способами. Uh -huh. а, ну, самый очевидный способ это мы смотрим, кто в социальной сети состоит в какой группе. Uh -huh. То есть, если человек состоит в группе любители сноуборда или любители каких-то конкретных сноубордических брендов то наверное этот человек катается или хочет научиться кататься uh -huh. и мы можем на него таргетировать рекламу uh -huh. но на самом деле он в социальной сети может и не проявлять этого интереса а он там ну не знаю приходит поиграть например или послушать музыку или посмотреть кино или что-то такое но а как если... я узнаю тогда что он любит еще сноуборд отличный вопрос Извини. если если <систит> у нас есть возможность получать информацию откуда-то извне ну, например, нам каким-то образом попалась э, информация о покупок в спортмастере, uh -huh. и мы смогли, ну такого на самом деле нет, это фантастический пока, по крайней мере, вариант, и мы смогли сопоставить его покупки в каком-то интернет-магазине и э, ну, его присутствие в соцсети. Uh -huh. Мы сможем сказать, что да, этому человеку имеет смысл. Показывать. Но так работает ретаргетинг, да. например. Uh -huh. Ремаркетинг аудитории. Если мы имеем счетчик или просто каким-то образом получаем информацию о том, на каких сайтах был человек, мы сможем заметить, что он ходит на какие-то сайты, форумы отдельные uh -huh. сноубордистов. Там смотрит какие-то специальные сноубордические видео. И эту информацию мы тоже можем использовать для того, чтобы показать ему подходящую ему рекламу. Uh -huh. Uh -huh. Понятно. Понятно. Добавишь, Сереж? Uh -huh. Да, добавлю о том, что кроме интересов есть способ в социальных сетях таргетироваться на самую разную аудиторию по разным показателям. Особенно, ну то есть этих формальных показателей очень много, и можно решать самые там изощренные задачи. Например, там из, из последнего, то, что вот мне сильно понравилось, мы с коллегами обсуждали, как можно в моменте вылавливать тех пользователей, которые в данный момент смотрят телевизор, для того, чтобы, например, приглашать людей к использованию приложений, реализующих технологии технологию Second screen, второй экран, чтобы uh -huh. смотреть телевизор в этот же момент э, с, на ноутбуке, например, там и пользоваться этим приложением. Достаточно нетривиальная задача, потому что ну это сложно определить, что в момент человек вот в данный момент смотрит телевизор. Uh -huh. э, используя с комбинацию разных параметров, можно выходить в том числе и на эту аудиторию. Да, она очень маленькая, она очень узкая в данный момент, но реклама получается, что называется, вот в 100% в точку, даже там 102%. Mm -hmm. uh -huh. В некотором смысле реклама даже перестает быть рекламой, потому что ну, там, определение слова да, реклама — это способ донесения широкой аудитории. А таргетинг э, каждый раз стремится к тому, чтобы аудиторию снизить, сузить uh -huh. и сделать такое предложение, которое человеку не будет навязчивым, оно, скорее всего, будет удовлетворять его потребностям, его интересам. Этим и реклама отличается в социальных сетях. Она не навязчивая, она, как правило, не вызывает ну, там, отторжение негативной uh -huh, реакции, uh -huh, uh -huh. что, конечно, значительно отличает этот инструмент от uh, маркетинга в любых других медиа-сферах. Ну и вот мы приходим к тому, что, условно, большое количество людей... Антон, я прошу прощения, да. мы сейчас прервемся. Мы послушаем новости Хорошо. с интересом на Финам-ФМ, а потом продолжим эфир. Хорошо. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на «Финам-ФМ». Сегодня в гостях Антон Смирнов, сооснователь «Хай Конвершн», Михаил Козлов, руководитель службы развития продукта Target Mail.ru и Сергей Меньшиков, бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники». Мы говорим о социальных сетях как инструменте маркетинга. Я напомню для вас, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Вы можете к нам присоединиться. Ну и продолжаем эфир. Антоном мы прервали да. до новостей. продолжим. пожалуйста. Да, ну вкратце я как э, повествование шло. Я обозначил, что в целом социальная сеть это прекрасный канал, угу. в котором много людей, они там долго сидят, и мы имеем инструментарий, возможности так таргетироваться на э, максимально узко, таргетироваться на ту аудиторию, которая нам нужна. Угу. То есть в целом... Или, извини, может да. быть, я не очень Давайте. прав, но которой мы нужны. Можно Может так сказать. Быть, это... Они об этом не знают, да, но мы, именно мы ей нужны, и мы в точку, поэтому, да, Сереж, попадаем именно в точку. Да? да, и в данном случае, если говорить про коллег с маркетингового цеха, это маркетинговый грех не воспользоваться этим каналом для воздействия на аудиторию. Вот я в данном случае, как вы говорите, из High Conversion, это система автоматизации рекламы в социальных сетях, то есть у нас есть несколько способов, я говорю про таргетированную рекламу, коллеги расскажут еще про другие способы взаимодействия, но я говорю про таргетированную рекламу, это текстово-графические блоки, там в каких-то сетях они слева, в каких-то справа. И есть несколько способов, вручную размещать их или автоматически. Какие-то социальные сети предлагают дополнительные в ну, помощь для ручного размещения, какие-то uh -huh. нет. Но наша система вкратце позволяет там, быстро создавать объявления, оптимизировать их по стоимости клика, по стоимости там, итоговой, итоговой стоимости заказа. Uh -huh. Точнее, привлечен, итоговой стоимости привлеченного клиента и тем самым оптимизировать рекламные кампании это, по времени, траты на создание рекламной кампании и на, по стоимости привлеченного клиента. Uh -huh. И здесь, когда мы слушали эфир от 9 числа, ребята говорили в том числе о том, что... А, там, если говорить про продажи, то много продаж может не получаться в социальных сетях. Вот мы с помощью, в том числе, соци... нашей системы сейчас для... Ну, я помню, даже такая фраза была, что социальные сети — это не место для продаж. Мы, говорит, попробовали, попробовали, у нас не получилось, ну, значит, это ну, я не там, работает. Я там хотел отметить, что там две ветки было. То есть Дмитрий говорил о том, что о приложениях e-commerce магазинов, которые uh -huh. в социальных сетях находятся, но ребята развили это еще в целом про продажи. Uh -huh. Так вот, если мы еще про магазины поговорим... Uh -huh. А если говорить про продажи, у нас достаточно успешно получается там, продавать услуги как... Достаточно крупные и, игр, ну, игры международного mm -hmm. уровня. Mm -hmm. E-commerce. Хорошо. Вот у нас был случай перед Новым годом, когда у нас в день было там, 120 продаж по одному интернет-магазину. В целом это неплохо для mm -hmm. интернет-магазина. Банки хорошо себя чувствуют, там сайты знакомств, бренды. Вот я сейчас могу вчера специально посмотрел статистику. Mm -hmm. У нас порядка 12 тысяч конверсий за январь по нашим клиентам. Вот 12 тысяч тех или иных видов активности, которые приводят к оплате. Э, <связывающих> ну, к я вспоминаю да. опять этот эфир, мы уж поскольку да, такой мост перебрасываем. А, одна из аргументаций, я с ней лично согласен, потому что я тоже одной из, из социальных сетей пользуюсь, вот и увидел себя в этом рассказе. Так вот одна из аргументаций, почему не работают продажи, потому что люди туда приходят не за этим, они не за покупкой туда приходят, они приходят туда общаться по интересам или, может быть, каким-то а, другим поводом, а тут раз, мне что-то еще впаривают, извините. Вот ну, такое отношение, да, Миш? За этим они приходят только в магазин, если говорить о за продаже. За покупкой. Поэтому, да. поэтому, конечно же, где нужно рекламировать в таком случае какие-то товары? Прямо в магазине. Ну и мы знаем, что реклама около кассы, она очень эффективна. Выложили шоколадки, даже если вам они не нужны были, вы все равно взяли и купили, или там риски какие-то и так далее. На сдачу еще могут дать, да? Да, вот, вот вам и две риски. Uh -huh. uh, но на самом деле потребности у людей uh, бывают непроявленные или отложены, uh -huh. какой-то спрос. Вот он где-то поискал в поиске, что ему нужно купить, не знаю, там, новые зимние шины какие-то. Uh -huh. Или тур на 8 марта поехать, вывести куда-нибудь жену. Uh -huh. Но он поискал. Время у него кончилось какое-то свободное на работе, которое было, он отложил эту задачу дальше. Может быть, он о ней и не вспомнит, когда он находится в социальной сети. Но если у нас есть возможность, почему бы ему об этом не напомнить? Напомню, и такая реклама может вполне сработать, угу. если у нас достаточно знаний о пользователях, о людях, то мы можем время от времени напоминать им о каких-то потребностях, которые у них были. Угу. Это первая часть. Вторая часть мы можем, конечно же, в социальной сети так же, как в любом другом медиа, формировать потребности. Есть имиджевая реклама, которая имеет медийный эффект, и с ее помощью мы можем человеку рассказать о новом продукте, о каком-то совершенно новом товаре, о котором он даже раньше и, или мечтал в детстве, uh -huh. и не знал, что такое бывает на самом деле. Для этого социальные сети вполне хорошо подходят. Uh -huh. Там, мне кажется, был другой поинт вот как раз про приложение о продажах прямо че внутри социальной сети. То есть интернет-магазин внутри угу. там какой-то социальной сети. Угу. Uh, так называемый social commerce. Ну действительно, пока ни у одной из сетей uh, ну, представленных Фу. в России вообще в мире ничего не получилось. Несмотря на то, что есть стартапы, которые получают даже финансирование для Facebook. Есть в Facebook представленные платформы для. Продаж прямо ну, внутри uh -huh. этого Фейсбука. Ничего, ну и в мировом плане никаких заметных продаж нету. Uh -huh. Какие-то маленькие-маленькие игроки э, рассказывают, что вот наш э, интернет-магазин по продаже специального кружевного нижнего белья смог продать целых 20 безгалтеров за неделю. Uh -huh. ну, успех. Ну, для них, них это успех, Для условий, них это успех, конечно, для какого-то маленького... 25 терплю, 20 они продали. Пожалуйста. И для какого-то маленького бизнеса это может сработать, uh -huh. но это не индустриальная история. Понятно. Ну, видимо, об этом шла речь, да, Антон? Я ну, думаю, да. Нет, я еще раз говорю, что один из гостей сказал именно этот вопрос, который uh -huh. Михаил закрыл. Ну, как мне показалось в целом, ребята развили его еще в целом, про продажи uh -huh. из социальных сетей. Uh -huh. Ну, и вот, и мы... ну, а давайте о приложениях, тем не менее, о приложениях поговорим, потому что давайте. это такая интересная история. Позвольте, я включусь. Давайте, с одной лишь. стороны, соглашусь, и не соглашусь с Михаилом. Соглашусь, в общем, потому что да, действительно, рынок пока не созрел для того, чтобы социальный коммерс продавал и чтобы можно было совершать покупки прямо внутри социальной сети. На данный момент, что называется, вот все вместе не дозрели. И угу. пользователи не дозрели, и бизнес не дозрел. Но отдельные прецеденты есть, и все-таки все по чуть-чуть идет к тому, что рано или поздно все-таки рынок изменится. Uh -huh. Сейчас есть значимые, но пока не тиражируемые а, примеры. А, у крупных, не буду называть, у крупных FMCG брендов, даже у нас в Одноклассниках, есть примеры приложений, в которых можно купить их продукцию. Uh -huh. Они партнерятся с крупным игроком, а, если не ошибаюсь, с утконосом по доставке, чтобы обеспечивать доставку. Ну, то есть вот какие-то а, попытки, даже неплохие эксперименты есть. У нас а, у команды был собственный внутренний проект, он назывался Магазин на одноклассниках, когда мы хотели предложить рынку а, инфраструктурное решение, которое сразу бы позволило бизнесу в несколько кликов заводить интернет-магазин внутри социальной mm -hmm. сети. А, наши первые эксперименты показали большой потенциал этого сервиса, но а, не, мы ошиблись в ресурсах, сколько нужно а, сделать для того, чтобы этот инструмент оказался ну, таким, прям, действительно работающим в пару кликов. И мы взяли такой тайм-аут, временно проект заморозили. Mm -hmm. Сейчас, видимо, еще не время. Для массовой Ну, истории. мне понравилась твоя фраза, что действительно рынок не созрел и с точки зрения да, потребителя интереса, и с точки зрения предложений, потому что, видимо, еще да э, не, не пришел тот час. Да, Но как... мы говорим об одном аспекте. То есть, я просто хотел бы, чтобы мы из избежали момента такого, что у зрителя мог могло возникнуть ну, картина, что социальные сети не работает. Вот конкретно по социальной комиссии. Но... Да. прямо поставить поставить э, какой-то лоток или ларек угу. внутри социальной сети и с него продавать э, не знаю там часы ну, и, ювелирку и все это... ювелирку правда нельзя продавать через интернет с доставкой угу. э, для этого наверное социальная сеть не подходит по крайней мере пока, пока да. вот это вот не видно но социальные сети отлично подходят для контактов, для коммуникации со своей аудиторией. Если мы знаем, что вот эти люди у нас уже что-то покупали, положили в корзину, там человек купил полгода назад фильтр для воды, а ему нужны картриджи наверняка. Угу. И он может купить его в нашем магазине, а может в каком-то другом. Если у нас установлена коммуникация через социальную сеть, которой он пользуется активно, мы можем этим и должны этим пользоваться. Да. Если мы этого не сделаем, это будет еще один Брех. маркетинговый грех. Брех. Да. И вот. продолжая мысль, хотел Спасибо. ее еще сильнее доразвить, о том, что ну, бизнес, к счастью или к сожалению, это не только продажи. Есть же некоторый цикл, который надо решить. Есть задачи предшествующей покупки, есть задачи, которые после того, как пользу... клиент совершил покупку товара или услуги. Там, то, что уже сказал Миша, формирование спроса. Прекрасная задача и социальные сети, и социальные медиа как таковые предлагают инструментарий для ее решения. Там если после продажи формирование лояльности, формирование репутации, uh -huh. управление репутацией. В интернет несколько раз сокрушали истории, когда там, в продукте детского питания были найдены там, осколочки стекла. Uh -huh. На самом деле это пиарутка была, неправда, дезинформация, но она привела к сильнейшим финансовым потерям. Uh -huh. без это возможно. недобросовестная конкуренция, видимо. Да? Там долгая это история, не непонятно. непонятно. Uh -huh. Наверняка же недобросовестная конкуренция. Uh -huh. Но вот... Это знал бы, соломку подстелил. Да, да, да. В социальных сетях. Но это пример того, как это работает, по крайней мере, был да, насколько бы, это да, был, был бы бизнес заранее подготовлен и присутствовал бы в социальных сетях, вел бы коммуникацию с своими mm -hmm. клиентами, он бы имел э, инструмент быстрой реакции э, на сложившуюся ситуацию. А еще, что, наверное, важно, э, в интернет же все-таки, э, точнее, маркетинг, он же имеет. И другие задачи, не связанные с покупкой. Uh -huh. Например, HR-задачи. Многие компании используют социальные сети для поиска э, потенциальных работников, там, uh -huh. для выяснения информации о них. И вот это целый комплекс задач, а социальные сети предлагают инструментарий широкий Я понял. Сереж, спасибо. Мы сейчас еще раз прервемся, об этом комплексе, естественно, поговорим чуть позже. А сейчас рубрика «Вне времени». Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Социальные сети как инструмент маркетинга». Еще раз представлю гостей в студии Антон Смирнов, сооснователь High Conversion, Михаил Козлов, руководитель службы развития продукта Target Mail.ru и Сергей Меньшиков, бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники». Телефон в студии 6510996, код города 495, сайт компании «Финам.фм». Продолжаем эфир. Сереж... А, да, Антон. Я хотел да, продолжить продолжить э Речь, ну, мысль, точнее, Сергея о том, что, ну, чтобы тоже детали были uh -huh. услышаны зрителями, условно, наверняка многие знают про контекстную рекламу в поисковиках. Ты забиваешь там, допустим, купить кроссовки, он uh -huh. тебе выводит... Uh -huh, uh -huh. не там, предложения по кроссовкам. Вот если мы говорим о контекстной рекламе в поисковых системах, то там спрос обслуживается. Социальные сети, просто вы говорили о том, что есть мнение, что в социальных сетях не покупают, потому mm -hmm. что они слушают музыку, общаются с друзьями и так далее. Ну, социальные сети, она спрос формирует, на самом деле, по большей части своей. То есть... Постоянно. И тут своя специфика условно есть, как создать объявление, как его там, оформить mm -hmm. и так далее. Но в данном случае, действительно, это немного другой канал, немного другая природа там, работы со спросом. Mm -hmm. В контексте он обслуживается, в социальности он формируется. И, соответственно, из этого и уже и там формируются какие-то действия от рекламодателей и форматы коммуникации. Uh -huh. Мы там формируем спрос. Я хотел также отразить еще момент, какие, с точки зрения продаж, например, раз я представляю вот это направление мысли, продажи получаются, по нашему опыту, у e-commerce. Преимущественно это e-commerce B2C, то есть... Двигатели внутреннего сгорания не будут там продаваться. Uh -huh. Но там будут продаваться шорты, носки и так далее. Это массовое. Окей. Okay. Ну, это... если двигатель полетел, почему можно, наверное, и двигатель продать? Кому-то он кажется... конкретно нужен. В общем, это. По крайней мере, все, кроме LinkedIn, то есть угу. ВКонтакте, Таргетмейл, Одноклассники, Фейсбук, по моему мнению, преимущественно это э, это, это потребительские это, товары это и услуги. Если не использовать, например, ретаргетинг и точечно там на какую-то группу людей или на, на персонале обращаться. Угу. И, конечно, тут нужно очень хорошо и правильно планировать свою рекламную кампанию, если речь идет про B2B-сегмент. Да. Я могу рассказать, да, про сей, да, который это. у нас был. Да. У нас есть возможность таргетировать рекламу, в том числе на людей с определенными e-mail и номерами телефонов. Угу. Мы не разрешаем, естественно, рекламировать конкретному, там, не знаю, Антону Смирнову, показать рекламу, Антон, ты у нас там что-то там угу. недозаказал возвращаясь обратно, там списки достаточно большие, это минимум 5000 адресов, и поэтому персональное обращение там невозможно. Но, тем не менее, можно обратиться к какому-то достаточно узкому сегменту своей целевой аудитории. Там, людям, которые покупали кроссовки Adidas в последние полгода, например, в каком-то крупном интернет-магазине, наверное, может набраться такая, такое количество людей. И у нас мы решили как-то поэкспериментировать с, B2, с B2B-сегментом. Продавец довольно крупный, хороший, известный на своем рынке, который занимается металлоконструкциями. Uh -huh. У них была как раз такая достаточно большая база адресов. Это их клиенты, люди, которые к ним обращались и, в принципе, были знакомы с их брендом. Uh -huh. Они запустили рекламную кампанию, мы показали эти баннеры, там был какой-то отклик, надо сказать, не очень большой. А конверсии не было вовсе. Рекламодатель, конечно, очень расстроился и решил, что этот инструмент не работает и для него не подходит. Мы стали разбираться и посмотрели, что же он рекламировал. А рекламировал он всю ту же самую продукцию по стандартным ценам, с которой уже были знакомы его потребители, это там, основной какой-то его продукт. То есть он как бы использовал новый канал, а информацию, да, а информацию да. использовал старую. Конечно, конечно, ему нужно было придумать какую-то зацепку, да, да. чтобы эти люди среагировали вообще на эту рекламу. Потому что, ну, особенно если мы говорим о B2B аудитории, представляете, человек пришел, ну, а, е а это же еще промышленный сегмент, да. ну, не знаю, пожилой человек, 45 лет, пришел... Спасибо тебе, друг. Продолжай, продолжай пришел э, попереписываться со своей школьной любовью в Одноклассниках, uh -huh. а тот ему показывается баннер: купи у нас металлоконструкции, парень. Какие металлоконструкции, ребята? Вы о чем? Можно еще интересный Надо. кейс у меня был, вот как раз относительно транслировать информацию к конкретному человеку. Я в октябре месяце участвовал в международной премии по предпринимательству и принятие решения о том, едет там победитель от России на мир или нет. Принималось там в кругу 15 человек. Я, условно, взял. 15 их человек взял их e-mail, взял их аккаунты в социальных сетях, сделал специальный свой лендинг-пейдж. Там Антон Смирнов там то, что нужно представить в Вашингтоне. Ну лендинг-педж по всем канонам этого искусства и таргетировал, сделал специальные баннеры через социальную сеть, таргетировал точно на этих ребят. И когда уже защищал публично себя на защите, я говорю: ну так поднимите руки, кто видел этот баннер или это лендинг-пейдж. Там несколько людей подняли руку. Я думаю, что что это положительно сыграло для меня на голосовании. В итоге я третье место, кстати, занял. Здорово. Еще один момент, если нас слушают стартаперы интересно, мы так таргетируемся на инвесторов. Мы знаем, условно, тот или иной инвестор принимает решение о. Ну, там, инвестируем или нет, и ему там, допустим, там Гайдар или. Сергей, обратите внимание на high conversion, мы там неплохие, например. Вот, это тоже отличный способ, а социальная сеть позволяет. Ну, социальная сеть и ремаркетинг. Ну, какая-то социальная сеть позволяет, а какая-то нет. Да. Мы, например, к персональной рекламе относимся с довольно большой осторожностью, потому что многие люди ну так немного вздрагивает, когда к ним обращаются по имени в социальной сети прямо из из баннера, например. Мы знаем, что вы делали. Вот. Просто... незнакомые, Работает, да, незнакомые. Особенно незнакомые. Работает это очень хорошо, потому что большая часть людей все-таки у нас с хорошими крепкими нервами и они mm -hmm. скорее кликнут на баннер, чем напишут в службу поддержки. Mm -hmm. Но тем не менее у нас когда-то года два назад мы как раз экспериментировали с персональным обращением и у нас была возможность. Uh, и ей очень широко пользовались игровики Использовать, uh, ну, такие Что-то типа макросов Для автоматической подстановки имени человека Которому показывается uh -huh. реклама uh -huh. И его возраста И вот один, ну, мой знакомый хороший uh, У него была какая-то игра Я уж не помню, какая uh, Баннер у него был такой uh, Имя Тебе уже возраст А ты ничего не добился в жизни Поиграй лучше в эту игру Хорошо, Ну да. и там баннеры такие, там, типа «Михаил, тебе уже 40, а ты ничего не добился Давай в жизни». Давай уж 45 пусть, как пожилой человек уже. Нет, я пока еще не в таком возрасте преклонен. И большинство людей, в том числе наши модераторы, молодые девушки, ну что там, Елена, тебе 23, ты ничего не добилась в жизни, она ха-ха-ха-ха-ха, баннер отличный пропускает. И нам писали 50-летние какие-то люди. И говорили, вы что вообще? Ломаете это же ужас? Это ну, да. да, я ничего не добился в жизни, но, во-первых, откуда вы это знаете, <связано> <связано> а во-вторых, зачем вы мне напоминаете об этом? Поэтому с персональной рекламой <связано> нужно да, быть да. очень осторожным. И тут есть тонкая а, кстати, грань. Как закончилось с металлоконструкциями дело. С металлоконструкциями, ну, мы поговорили с клиентом, и пока мы решили все-таки, что B2B-сегмент это слишком сложный рынок для нас. И делать какие-то такие решения, которые подойдут для всех. Mm -hmm. Мы пока не научились. Mm -hmm. Поэтому я вот полностью согласен. Mm -hmm. Потребительский сегмент идет очень хорошо. Вот наши основные сегменты это крастей здоровье, e-commerce и финансы потребительские. Но ну, это кредиты в первую очередь, mm -hmm. там, карты или потребительские кредиты, или mm -hmm. там, ипотека, там, что-то такое. Mm -hmm. Это работает. Все остальное это работает ну, массово. Это... Потому что все остальное тоже работает, но узко таргетированно. Да. Таргетировано. да. Ну, да. У нас, вот условно, да, финансовая организация, а, e регистрация, yes. да, лиды, так называемые заявки на кредиты, e-commerce очень хорошо. Вот, чуть подороже, если средний чек, например, 5000 рублей средний чек, хуже идет. Если средний чек 1000, 2, там 2,5, очень хорошо идет. Uh -huh. Сервисы всевозможные, там массовые знакомств, я не знаю, купонники тоже на регистрации очень хорошо идет. Игрушки. Uh -huh. хорошо идет, но мы говорили это. Какие еще сегменты охватить нас могут рекламодатели слушать? Мы можем сразу Приятное с полезным мы совместим. Сереж, давай тебе вопрос. Особенности баннерной контекстной рекламы существуют? Какие можно обсудить? Давайте вначале с типами рекламы разберемся. Баннерная реклама — это когда есть большое изображение. Извини, пожалуйста, можно я тебе перебью? Вот я видел этот вопрос. Uh, уже некоторое время назад, uh -huh. и он мне очень не понравился. Почему? Потому что на самом деле сейчас uh, вот это вот разделение, баннерная и контекстная реклама, оно уже неправильное. Uh -huh. Потому что раньше почему так разделялось? Потому что у нас была баннерная реклама. Баннерная реклама — это какой то там ну, какая-то картинка, uh -huh. которая показывается в Вообще, просто мы ее приклеили на сайт, и она у нас крутится и показывается всем. Uh -huh. Потом научились показывать в привязке к конкретному региону. Если у нас человек из Москвы, мы ему показываем один баннер, а если из Питера, то другой. Хорошо, мы молодцы. Потом мы научились использ использовать полый возраст в такой вот медийной рекламе, uh -huh. баннерной. А что под контекстной рекламой понималось? В первую очередь, это была реклама, которая показывалась в результатах поиска. Uh -huh. И она работала очень хорошо. Но потом, естественно, в погоне за длинным рублем и длинным долларом, для того, чтобы увеличить охват своей аудитории и свои доходы, все сервисы контекстной рекламы вышли в открытый космос, пошли за пределы поиска. И Яндекс, и Google во всем мире, и другие сервисы, которые существуют, они размещают свою рекламу не только на поиске, но и на произвольных сайтах и uh -huh. на mail.ru, например, мы можем видеть собственную медийную рекламу, мы можем видеть э, рекламу Яндекс Директа, мы можем видеть таргетированную рекламу, вот о которой упоминал э, Антон, и вы видимо под ней, ее uh -huh. подразумеваете под словом контекстная реклама, хотя она контекстной рекламе такой классической не имеет отношения. Uh -huh. И мы можем там видеть там гугловскую контекстную рекламу, которую мы показываем на западную аудиторию, uh -huh. потому что там она работает лучше, чем Директ, естественно. А, ты, ты подожди, так что ты... вот, к вопрос, чему, к чему вопрос, я иду, не понравилось, что, к тому, что сейчас вот эта классическая контекстная реклама, очень, ее очень сложно отдел... не знаю, там, понять, где кончается контекст, uh -huh. а где начинается медийная реклама, потому что многие технологии, которые используются, они очень близкие. Баннеры, баннеры показываются в привязке к поисковому профилю, это технически возможно. Показывается та реклама, которая была контекстная, в привязке к полу-возрасту, к широким интересам. Uh -huh к которым может быть привязан и баннерная реклама. Поэтому я бы скорее говорил о поисковой рекламе и о дисплейной рекламе, в которую входят и таргетированные рекламы, то есть реклама в соцсетях с таргетингом ну, вот, в основном анкетном, uh -huh. и реклама ну, вот, медийного формата. Вот. Все это а, дисплей. Да, угу. да, интересная точка зрения. У меня, когда я прочитал этот вопрос, у меня наоборот по-другому включились мозги. А, разница между самим медиа а, в социальных сетях, это, наверное, продолжая мысль Антона, а, другая способ... Рекламирование. Реклама не должна быть навязчивой, uh -huh. потому что это там, когда показываешь рекламу по телевизору, тебе по большому счету не, не очень интересно, как негативно отреагируют пользователи. Отреагируют, не отреагируют, все равно это ни на что не влияет. В отличие от социальных сетей. Не понравилось рекламное объявление, человек об этом тут же написал у себя в ленте, это uh -huh. подхватили его друзья, об этом написал какой-нибудь популярный блогер, это вышло на первое место и в, там в какой-нибудь топ попало, какой-нибудь журналист написал. Uh -huh. и в результате суммарный негативный охват может быть в десятки раз больше, чем охват той рекламы которую запускали в начале mm. поэтому реклама сейчас в интернете и особенно в социальных сетях она э, узко тематическая направленная она ненавязчивая она не раздражающая и ну в этом я вижу большое благо которое бизнес вынужден <laughs> нести э, пользователям Потому что реклама становится более удовлетворяющей пользовательский и потребительский угу. интерес. Более тонкая. Да. Хорошо, спасибо. Еще раз прервемся. Новости на Финам FM, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Продолжим его. Обсуждаем сегодня социальные сети как инструмент маркетинга. И еще раз представлю гостей. Антон Смирнов, сооснователь High Conversion. И добавляю, системы автоматизации и рекламы в социальных сетях. Спасибо. Михаил Козлов, руководитель службы развития продукта Target Mail.ru. И Сергей Менщиков, бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники». И на всякий случай, <coughs> телефон в студии 6510996, код города 495, сайт компании finam.fm. Давайте продолжаем. Опять мы тебя прервали. Сереж, продолжай. продолжай. А, да, давайте продолжу. Я хочу рассказать о разных формах взаимодействия с пользователями внутри социальных сетях. А, Во-первых, надо обратить внимание, что реклама бывает разная. В, если смотреть на соцсети, то это такой, знаете, некоторый друшлаг, в котором есть дырочки, и uh -huh. из них показываются разные рекламы. Она действительно разная, у нее разный подход. А баннерная реклама, которая редко встречается в социальных сетях, но она есть в одноклассниках, отличается тем, что это большая картинка, она привлекает внимание не не, не так, как любая другая реклама. Она позволяет ä, пользователя как-то замотивировать uh -huh. на клик, тем более это получается не просто замотивировать, но и донести некоторую информацию, если там на языке бизнеса, подогреть лид, uh -huh. чтобы он переходил более заинтересованный, более такой вовлеченный. А в социальных в сетях, действия. ну кроме одноклассников, ее, ты говоришь, мало, почему? она а, Вообще в социальных медиа, таргети... медийная реклама как формат все больше уступает таргетированной uh -huh. рекламе. Втором, втором виду рекламы, о котором я хотел сказать, uh -huh. самый распространенный в социальных сетях, это Текстографические блоки, небольшая картиночка для привлечения внимания и небольшой сопроводительный текст. Извини, но тем не менее, если говорить про Facebook, у них есть большой формат и в ленте, который по площади, но, ну, наверное, как ваш баннер, есть не больше. Да. Угу. Там, да, согласен. Хотя там тоже есть текст, ну, тоже есть заголовок, давай это давай, формально... давай не будем не только про Facebook, но и у да. нас да. в, 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 в традиционной рекламе в ленте, в мобильных версиях, там вполне да. такой внушительный да. баннер. Угу а это таргетированная реклама. Сейчас, как правильно говорит Михаил, форматы эти очень близкие стали. Они отличаются внешне, но по внутренности, по технологиям они очень похожи, потому что и та, и другая вид рекламы позволяет таргетироваться, по русски настраиваться по полу по возрасту угу. по времени суток по интересам по виду мобильных устройств, с которых пользователь заходит в социальную сеть по виду подключений, с которых он заходит по самым разным параметрам, которые позволяют очень узко найти свою аудиторию угу. а, из рекламных форматов а... оферы еще и паблики оферы ну, тонкие взгляд, моменты. Да, да есть, есть такое явление, когда реклама публикуется от имени какого-нибудь крупного тематического сообщества. Если привести тот же пример с сноубордами, есть, например, какая-нибудь группа, посвященная любителям сноуборда. Любой крупный сноубордический бренд может прийти, договориться с администрацией этого сообщества, uh -huh. и где будет выйдет такое рекламное сообщение о конкретном этом бренде. О том, что, ребята, этот бренд самый лучший, покупайте его. Кстати, тут вот скидка и ссылочка на сайт, где можно купить. Вот это вот так. Называемый вид рекламы в тематических сообществах. Исторически называется паблик, потому что они начались контакта, где эта там, сущность называлась паблик. Mm -hmm. Это рекламные виды. Из рекламных инструментов еще бывают и совсем нестандартные инструменты. Например, у нас в Одноклассниках есть такой вид рекламы, называется нестандартная реклама. Это, как правило, дорогие спецпроекты, которые охватывают миллионы людей, они взаимодействуют какие-то специфические для соцсети инс инструменты. У нас mm -hmm. в Одноклассниках самый любимый сервис это подарочки, когда пользователи могут подарить какую-то. Виртуальную картинку, иногда сопровожденную музыкальным файлом, иногда графическим роликом угу. красивым. Это вот такой любимый. Способ пользователей поделиться эмоциями. Так вот, крупные бренды имеют возможность встроиться в этот инструмент, чтобы на, там, пользователи, даря эмоции, еще и сопровождалось это как-то брендированной коммуникацией, угу. некоторым рассказом о том или ином бренде, его особенностях. Полезно и с приятным. Чтобы да, еще, еще ты же помнишь Очень... этот классический кейс, по-моему, с альфа-страхованием, когда люди страховали свои фотографии от плохих оценок. Да, да. Он, этот, этот способ позволяет очень... Э, это, это не просто реклама, это способ именно коммуникации, uh -huh. который позволяет и рассказать пользователю о чем, сформировать у нее новые знания, переучить, если это uh -huh, требуется. Uh -huh. Ну, то есть вот такой прям очень интересный формат. Из того, что мне приходит в голову, таких прям сильных кейсов... Uh, этот, Росатом, российская корпорация Росатом, в какой-то момент столкнулась с задачей совсем не коммерческой, надо было пользователям рассказать, что атомная энергетика это, в общем-то, хорошо, это благо для uh, людей. И mm -hmm. Они придумали очень интересный способ в распространенных играх uh, в социальных сетях, которые называются «Сити», ну, когда надо строить какой-то город, то вот вот там да. игрушку построена взаимодействие. Там были тесты, там были гидроэлектростанции, и они создали брендированные такие атомные электростанции внутри в приложении. Которые были, да, безумно дорогие, но они там по ряду параметров были намного дешевле. Пользователи строя атомной станции экономили сильные там. Получается, вот такой игровой угу. механики угу. людей переучали к тому, что это как бы хорошо. Другое отношение другое формировалось, да? Да, это было очень интересно. Это вот про рекламные инструменты. Сейчас, извини, Сереж, давайте пообщаемся со слушателем. У нас есть звонок. Павел, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, Павел. О, да, здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышим, говорите. Здравствуйте, Павел. А, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот, как вы видите эволюцию таргетированной рекламы? Куда она движется вообще в целом и куда вы бы хотели, как бы, ну, двигать в данном случае таргетированную рекламу в Одноклассник? Спасибо, спасибо, Павел, за вопрос. Прекрасный вопрос, очевидно, он относится ко мне. А... Но она двигается в нужном направлении. То есть, мы хотим в идеале, как несколько раз уже говорилось сегодня за этим прекрасным столом, мы должны показывать рекламу людям, которым она нужна. То есть, вот правильно, вначале вы угу, поправили угу. Антона: что реклама должна быть нужна людям, а не мы должны каким-то образом поймать в людей, которые тени, нам да. нужны. Угу. Конечно, угу. да. Поэтому мы будем стараться узнавать о людях как можно больше для того, чтобы показывать им рекламу полезную, а не полезную или там, мусорную какую-то рекламу, которая им неинтересна, показывать как можно меньше. Uh -huh. К сожалению, совсем не показывать рекламу мы не можем, потому что это все-таки деньги, на которые развиваются наши проекты. Продукты, да. если, если у нас не будет какого-то притока, в том числе и от рекламодателей, то наши продукты не будут развиваться такими быстрыми темпами, как хотелось бы нам и самое главное, нашим пользователям. Поэтому ну, монетизация социальных сетей ⁇ это, к сожалению, необходимая вещь, но в этом заинтересованы все, в том числе и люди, которые ими пользуются. Я хотел Михаил, добав... ну, к Михаилу словам добавить, что социальные сети ⁇ это прям оазис, такой сбор персональных данных. В, ну, в разной степени погружения, но угу. их очень много. И поэтому для тех, кто занимается технологическими, ну, технологическими процессами, там э, мат-статистику добавляет, мат-анализ для них это раздолье просто для внедрения тех или иных алгоритмов, тех или иных технологий. Я ну, вижу, как и ВКонтакте, и, и Target Mail развиваются в этом отношении. Угу. Просто у нас самое главное, что есть, это большое количество данных. И этой работы, я думаю, что ну, лет на ну, 15. То есть, да, и, и, если говорить, да, куда движутся таргетинские, вот она будет все уже глубже, глубже погружаться Нет. в эти да. данные, да. да, там, дифференцировать, выбирать их там каким-то образом. Если если говорить о конкретных продуктах, я уже упоминал возможность таргетировать по сегментам, ну, не знаю, по телефонам и по e-mail. Угу. Это, на самом деле, очень хорошая штука для крупного e-commerce, потому что, да, они могут коммуницировать, казалось бы, напрямую со своей аудиторией через электронную почту, но... Люди электронную почту читают не очень внимательно. Мы знаем, что крупные... Службы электронной почты, ну как Gmail, и Яндекс, и Mail.ru тоже стараются э, как-то, филь... ну даже не фильтровать, скажем так, сортировать mm -hmm. почту. И, например, в, в Gmail все рассылки были положены в отдельную папочку, и очевидно, видимость писем mm -hmm. от mm -hmm. электронных магазинов упала катастрофически. Mm -hmm. Об этом рассказывали вот и мои знакомые, которые занимаются продажами через интернет, то есть это им нужен новый канал для коммуникации со своей аудиторией, и мы можем его предложить. Но он еще очень, очень важный момент интернет-магазины там до миллиона заходов покупают к себе на ресурс, и лишь там один процент может покупать uh -huh. что-то. То есть 999 тысяч условно человек ничего не делают. Было бы, казалось бы, казалось бы, да, ловим их, ну ловим как бы их куку понимание, что это именно этот человек, и можем же продолжать ему коммуницировать информацию в социальной сети. Это угу. очень важно, такая экономия. Ну вот и если от интернет-магазинов да. уйти вообще к бизнесу, да. то же самое. Социальные сети предлагают инструменты не, коми... ну, в смысле, не продажные, например, там сообщество брендов в социальной сети, которое может собирать фанатов бренда, людей, которые лояльно к нему относятся, долго коммуницировать с ним. У многих продуктов цикл продаж, там год-два автомобильные рынки, например, три года. Надо же как-то поддерживать коммуникацию с пользователем, решать его проблемы, обеспечивать ему поддержку. вот для этих задач, которые потом ведут к повышению продаж, социальные сети подходят лучше, чем любой другой инструмент, ну, наверное, который вообще в мире сейчас существует. Согласен. Давайте еще один звоночек, да. Послушаем. Светлана, добрый день. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Да, здравствуйте. Я извиняюсь, если. Вопрос уже отвечался или уже задавался, До только сейчас. Вопрос в следующем. Эффективна ли реклама в соцсетях для компании B2B? Mm -hmm. Вот если наша аудитория это HR, менеджер по маркетингу. Рекламщики, и как вот с ними работать в соцсетях, если эффективно. Светлана, спасибо за вопрос. Отвечу я. Вот мы, да, в первой части в середине где-то говорили уже об этом: что э, ВКонтакте, Target Mail, Одноклассники и, и Facebook по большей части, это B2C э, коммуникация, там с, э, ну, с, с таким э, с, для продуктов B2C-шного рынка. Если вы хотите B2B, то в первую очередь предлагаю LinkedIn попробовать. Э, там можно таргетироваться условно на отрасль, на компанию, на... на название компании, на должность, и там ловить этого клиента, и потом его условно добивать в социальных сетях с более широкой аудиторией, Одноклассниками, ВКонтакте и Фейсбуком. Какие Вы... у вас да. профессиональные термины, я вам хочу сказать. И а, добивать. Да, и контрольный клик в голову. Вот, но вопрос был... Не про это? Нет, вопрос был, конечно, про B2B, но было уточнено, да, что говорит, HR, HR, HR да. и менеджеры по маркетингу. Uh -huh. Мне кажется, что практически любого нормального HR можно найти в HeadHunter, да. и у HeadHunter есть своя собственная система, система показа таргетированной рекламы, которая, кстати, построена на нашей технологии, то есть они да. нас используют. Uh -huh. И вполне можно, я думаю, разместить там рекламу с таргетингом на HR-ов. Ну, по поводу менеджеров по маркетингу, ну, скорее, все-таки это работа с крупными сообществами. Да. Если это активный менеджер, он там участвует находится. в дискуссиях или, по крайней мере, это читает. Да. Все. Значит, Антон, давай, 20 секунд осталось, будем заканчивать. Да, резюме, да? Резюме. Социальные сети, там, если я представляю именно продажи, продавать можно, продаются хорошо товары большого спроса. HR, авто, e-commerce, банки, игры, онлайн-сервисы, туры, недвижка, все прекрасно продается. Uh -huh. Приходите, покажем как. Uh -huh. Я понял. Хорошо. Ну и а. тогда давайте мягко буду подводить итоги. А, прежде всего, конечно, представлю еще раз гостей. Сегодня был в студии э, бизнес-класса был Антон Смирнов. Ну, давайте уже без регалий. Да. Михаил Козлов и Сергей Меньшиков. Мы обсуждали а, то, как социальные сети могут, тем не менее, помогать. Да, и задача маркетинга решать. Ну и тем более задача. Социальные продаж. сети победят. Давайте победим. Ура, Ура. 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 Да. Спасибо огромное, Все. спасибо за Всем внимание, пока. уважаемые слушатели. До свидания, Экспертное успехов радио.